vagyunk, Ulan-Ude szélén egy hun város részbejáratánál. Ez a hunski dom, erre kapták, mert rekonstrukciót получили деньги. Ну вот сейчас будем реконструировать. Amiről beszéltünk, hogy ezt a 6000 valamit. Это мы давно уже поставили его, просто закончить надо. Így fogják majd a hun házakat restaurálni majd egyszer, mint ezt az egyet most elkezdték. Ну там пойдемте посмотрим. Jó, можно сюда еще заходить? Ну можно. Так живут люди. Темно. Az inger az itt van. Igen, itt lent. Az inger. Ez az? Nem. Ez a hét falazott kemence, meg betűtítélet. Így van. Hát nézd ott, ott tank, a lyukasám alul. És mínusz 40 fokba. Hát akkor gondolom, hogy lezárják. És ugye két évig szárítják a fát, és utána ezzel a, ezzel a karószerűséggel, mert nem tudom minek nevezzem, azzal fogják beborítani, és ez lesz a hun épület. Klasszikus veremház, ezt úgy tanítják, hogy ez a veremház. Ott mi is ezt a zakrojom, rád a второй dom pasztáját. Hát, Oleg, почему ты сказал, что будет дом десятника, десятника? Ну, десятник, командир 10 человек. Командир, a tizedesnek lesz a háza, tehát a tizedes rendszer működik. És a tizedesnek lesz itt a háza. Здесь второй дом поставим. И вот эту территорию нам отведем, здесь будем как мы. Ты десятник? Ты тоже? Не, я не десятник. Это вроде как мы показываем просто. Да, да, да. Хорошо. Здесь можно будет жить. Ide jöttünk a hun város szélére, ahol fogadnak minket a vendégek. Angolul nem tudnak, csak mongolul, de mivel de mi nem tudunk. A mongol barátnak, hát ő magyar burján. Nonas ist mongol druk, on переведет. Но он еще и по-немецки. Так, Олег, братан, я не знаю, он говорит, я не знаю ни по-русски, ни по-английски. Давайте говорите. Монголы тоже. Вместо меня говорите по-монгольски. Ну, меня бабурами. Я сейчас представлю, вот, вот Аркадий Рубинский. Советник главы администрации президента. Главы, от главы, от главы. Elnök, az elnöki irodának a tanácsosa, főtanácsosa, a szemüveges úr. Очень приятно. В общем, все начальство здесь. Правительство представлено, район представлен, общественность представлена. A társadalom minden rétege be van mutatva. Akkor mi is bemutatjuk. Mert az a prisztávim. A Magyarok Világszövetsége. Szimirna Federácia Vengra. Ez a világ legnagyobb magyar szervezete. Ez a najbolyos organizácia Vengra v mire. Én vagyok az elnöke. De jó, prezident. Hol van Botján Zoltán? Itt van az elnök helyettes. On az a misztitél. Itt van Puch Sándor úr, aki Petőfi kutatásainkat végzik. Sándor занимается исследованиями по Petőfi. Itt van Drábik János, aki stratégiai bizottsági vezető. Это ведущий стратегического комитета. Trembecki Gyula, aki a kontrollbizottsága tagja. Megint elfelejtettem. Kontrolne. Начальник по контролю. Ворсус Лайош из Швейцарии, он и гражданин Швейцарии, который тоже член нашей федерации. Зомбор Иштван, Иштван Велет Фембе. Зомбор Иштван, Зомбор Иштван, имена. Я Петюф Швейцарии, Мадерук, 1849-ben ide Сибириába гурцолták is. Нашего выдающегося национального поэта Петюфи Шандера в 1849 году сюда выслали на ссылку. Ezt itt mindenki tudja a burjátországi tudományos életre. Это известный факт. De Magyarországon kevesen tudják. Но Венгрия там знают мало. És mi ezt be akarjuk bizonyítani az önök segítségével. Мы хотели бы с вашей помощью узнать об этом побольше и увести эту информацию на родину. És hogy csináljunk baráti kapcsolatokat. Мы хотели бы с вами наладить дружеские отношения с этой целью. Ezért vagyunk itt. Köszönjük, hogy fogadnak. Это основная наша цель, с которой мы приехали к вам.
És köszönjük, hogy Ты вольно и широко раскинула степей своих простор. Ты травы на лугах питаешь соком. Ты манишь синевой высоких гор. И Волга моя, хранишь ты тайну предков о воинах могучих и лихих. И силой благородной наполняешь потомков хунну, сыновей твоих. Волгинской земле. Именно здесь зарождалось великое переселение народов. Основатели первого государства Центральной Азии, хунну, дали начало многим народам Евразии и глобальным образом повлияли на всю историю человечества. Многие из нас и не подозревают, какая величайшая реликвия находится на том месте, где мы живем. Здесь более 2000 лет назад находился город, и мы, современники, в этот день собрались отдать дань основателям Кутинского острога и почтить память целой цивилизации, целой эпохи, народу, который считал эту землю своим домом. Слово для приветствия предоставляется председателю Гунского фонда Олегу Игнатьевичу Булытову. Уважаемые друзья, я думаю, что наши братья вот приехали от Байкала до Балатона. Мы когда-то проделали тот путь, они сейчас проделали путь от Балатона до Байкала. Я думаю, что вот сегодня такое знаменательное событие, именно в городе предков наших мы закладываем основу нашей дружбы. Впервые такая делегация приехала к нам, и я думаю, что сегодня такой исторический день, и мы очень кланяемся вам, то, что вы наши далекие и близкие, самые близкие родственники приехали к нам. Я хочу вам передать большой поклон. Я хочу, чтобы девушки, вручите, пожалуйста, ходаки нашим гостям. Девушки, ходаки вручаются прямо в городе Хунну. Да-да-да. Ходаки. И сейчас вот к нам подойдут, сейчас нас приветствуют наши жрецы, наши вонут, подходите сюда. Вот они пришли нас поздравить тоже вместе. Вот. Здесь прямо находимся, здесь все мы, проводят обряды в нашем древнем городе. И специально люди вот только узнали и приехали и вас поздравить. Дита, я думаю, переведи, пожалуйста. Ezek az emberek régóta különböző szertartásokkal díszítik, vagy kiemelik régi kultúrájukat, és most is azért jöttek ide, hogy üdvözöljenek benneteket. Köszönöm.
Tehát az Orbán Viktor azt mondta, hogy az olaj keletről jön, az a szabadság meg nyugatról. És akkor hát megírtam neki ezt a cikket. Mikor volt a mérés? Mit hozott nekünk a nyugat? Akkor ezt ugye nem szállítom, hogy ezt a készenlétek dolgot értek történet. Figyelem, ezt a készenlétek? Ők irányították az egészet. Csak ott elejét elejtem. Széchenyi nem akart, hát nem akart távolni, majdnem belebordni. Miért csinált, miért csinált? De várja a puszit, ne felejtsd el. Mikor sok elmondok neked a mondatot. Azért, ha valami nincs túl rendben, ennek tudható be, mert nők nem dolgoznak így. No, viszonyítek ilyen. Ilyenek vagytok férfiak. Itt is a rend uralkodik közöttünk. Вот, рядом с большими датсанами есть маленькие. У нас темпло мелека на пище. Вот, их называют другими словами маврин. Маврин. Вот. Теперь пойдемте дальше. Он знает о том, что Петőfi жил в Баргузине и похоронен. Да, поэта. Да. Да. Поэта. И недавно нашли, не, ну, недавно там, а точно нашли вот где. Это, да. Но его похоронили, они похоронили. Же похоронили. Да. Венгрию уже похоронили. Да. Вот. Знает. Да, очень хорошо. Очень хорошо. Похоронил. Eltemették. Azt mondta a hölgy, hogy mi eltemettük, hogy elvittük haza, nem tudja, hogy nincs eltemető erre. Az hogy kellett vizény hölgyke? Hány éve lakik itt? Pazi perestrojke. Perestrojke után? 90 óta. Az így, hogy tudja, hogy nem vás prasol, hogy nem tudja, hogy nem vás zaprét na brak. Van-e házassági tiltás? Tehát, hogy... Вот это университет. Ez az egyetem. Открылся в 90-м году. 90-ben. Он не хочет ответить на вопрос. Не, не, вот я отвечаю. Да? В 90-м году. То есть мечи на талию. Нет. А что вы делали до 90-го года? Учился, работал. 90-м előtt tanultam és dolgoztam. Санкт-Петербурге. Петерваров. Петерваров. Спортом занимался. Спортовтан. Наверное, борьбой. Регбистом. Ну и как насчет моего вопроса? И в возрасте 31 31 лет открыл университет, и я поступил в первый курс. Иде, йеттем аз эдетемре. Тому время был женат и трое детей. Аддиг, нёш вол там иш харам дерекем. Все проблемы решены. Да. Можно еще спросить, а что вот значит вот это вот красное? А это мы это... Митилен то пирож. Таиланд ездили. Тайфёден. Да, и там оттуда Камбоджу. Камбоджаба. Да, Ангкор-Ват, комплекс храмов. Вот самый большой в мире. Один ноги темплом, буддхиста темплом Кёспонтван. И там объявлен, и там... Ну вы преподаете уже здесь? Менее. Нет, не преподаете, да. Просто... Это практикующий лама, который принимает людей. Это он, аз эдик лама, типа, который рендел, или фугаджа. Это который раз приезжает. Magyarok Világszövetsége, vezetősége a lámák társaságában.
helyre megyünk. Egy szobrot fogunk megnézni, amit egy burját szobrász készített. Világ... Hogy hívják? Nem Szandonov, hanem... Damdakov nevű szobrász művét megyünk megnézni ebbe a pavilonba. Ó, mi ez, oroszlán? Vagy mi? Tigris? Tigris, egy irányt venni. Kis tigris. Kis tigris. Kis tigris, ja. Kis tigris. Ilyen helyen, mert hogy kiépül a templom, most épül, és akkor ez egy nyitott tér lesz, és akkor központi helyet fog kapni. Ez csak egy idejével. Ezért a fő, tehát a turista csoportokat nem szokták még ide hozni. Majd a я буду очень краток. Сегодня мы имеем большое счастье принимать в нашей республике очень представительную венгерскую делегацию. Это Всемирный совет венгерского народа, который руководит всеми венграми, не только в самой Венгрии, но и во всех странах Европы, в том числе Америки, США, Австралии, очень везде, где живут венгерские диаспоры. А их живет там миллионы человек. Вот взять одну только Трансильванию, она и по площади больше самой Венгрии, и население там почти столько же, сколько в самой Венгрии. Я больше не буду тогда распространяться, потому что Миклош Патрубань всех своих гостей тогда представит, ну и расскажет о своей организации. Ну, с чем они прибыли, я тогда еще в двух словах скажу. У них, собственно, три задачи. Первое – посмотреть свою историческую прародину. Потому что все вы знаете, что венгры, и буряты, и монголы, все произошли от одного корня, это гуннов. Вот у нас гуннский союз представляет Олег Булутов. Так. Здравствуйте! Всех приветствую! Legelőször is köszönetet mondok Alexei Vasiljevics Tivanyenko professzorónak. Hogy megszervezte az útunkat. За то, что ему удалось организовать нашу поездку. De leginkább azért mondok neki köszönetet, hogy 1987 óta, tehát 30 éve kitartóan kutatja Petőfi Sándor szibériai életszakaszát. Моя признательность за то, что он за последние 30 лет неуклонно исследует сибирскую историю, связанную с венграми. Петőfi Sándor a legnagyobb magyar költő volt, és nekünk egyáltalán nem mindegy, hogy mi lett az ő sorsa. Петőfi Sándor величайший национальный венгерский поэт, поэтому его судьба нам дорога и не безразлична. Sándor Fuchs, já žiju na Slovákii, já venger, já chodil v vengerskou školu, střednou i základnou školu a já učil si to, že tak, že Petőfi Sándor
náš polejší pojet umár v boji v Vengrii, v boji s carskou armií. Já to, že je to technický inžinier a já zanímajem sa 10 let vo Vsemírovém sajúzu Vengrov, jak žil, jak dlouho, kde žil Petrovi Šandor po svojej smrti. Potom už to u nás v knihách, v učebnicách je písano, že on umar 1849 roku. A my znajem, a já očeň rád, že graždan, pán, skázal, že on potomok Šandora Petrovi, potom už to on, jak vojenoplený, byl, žil v Barguzíně, za Bajkali, a měl i rodinu. A potomky Petrovi Šandora život, a já tak znaju z knihy Budunova, že 100 potomkov on znaje. Jestli je to pravda, tak je tak mnoho potomkov na chodicia teper. És amikor én azt mondom, hogy Magyarországról, akkor nem a mai maradék országról. Hanem annak a nagy földrajzi egységre gondolok, amelyet Kárpát-medencének nevezünk inkább azóta, mióta Magyarországot meg kell különböztessük a mai. Когда я говорю о Венгрии, я говорю о той Венгрии, которая была еще до ее разделения и которая является моей исторической родиной. Én is abból a részéből vagyok Magyarországnak, amelyiket Romániához csatoltak. Я тоже происхожу из той части Венгрии, которая была отсоединена и присоединена к Румынии. Igen. És nagyon későn, 1965-ben édesanyám hozott át minket, az egész családot a mai Magyarország területére. 1965 году моя мама перевезла нас вместе с семьей на территорию теперешней Венгрии. És mint hogy úgy nőttem fel, úgy végeztem az egyetemet, hogy a magyarságról annyit tudhattam, csak amennyit a szüleim elmondtak. Я вырос и учился в университете, зная о Венгрии только то, что рассказывала мне Ezért nekünk is az volt a dolgunk, mint Csoma Sándornak, hogy elinduljunk és megkeressük saját magunkat először, mint hogy az iskolában nem tudhattuk meg, hogy kik is vagyunk. В школе мы не знали ничего о своей родине. Мы должны были, как Чома Шандор, начать путь и искать свою родину. Először azért nem, mert Romániában világos, hogy nem tanították és nem taníthatták. De utána azért, mert Magyarországon sem azt tanították. No, позже я понял, что в Венгрии тоже изучают не ту историю. És hát azt kellett csinálni, hogy a munka mellett utána kellett néznünk, hogy honnan is származunk, kik is vagyunk.
Поэтому после работы я занимался тем, что искал, собирал информацию о том, кто есть я. Miért is vagyunk mi idegenek, miért is nem szeret minket Európa? Почему нас не принимает Европа? És miért kellett mi Trianont kapjuk Európától és a világtól? И за что мы получили от Европы и от мира Трианон? То есть от Соединения. Hát körülbelül úgy beszélnek rólunk Európában, mint Attila hunnyairól, akik a legnagyobb barbárok és a legnagyobb ellenségei a civilizált Európában. О нас говорили в Европе примерно то, что о гуннах и Аттиле, что они варвары и все разрушают. Ezért nagyon így szükségszerűen jutottam el én is a Magyar Világszövetségéhez. Поэтому этот путь привел меня в Федерацию Венгров. És hát én azt tanultam meg, hogy a magyarság a történelme során létrehozott egy olyan államot, egy olyan alkotmányt, amelyik egyedülálló az emberi történelemben. На этом пути я понял, что венгерский народ создал такое государство и такую конституцию, которая является характерной только для нее. És amelyik a politikai életnek, a halandó földéletnek és a szentségnek az elválaszthatatlan kapcsolatát hozta létre és biztosította. Сложное предложение, но я попробую перевести. И это государство пробовало найти себя в гармонии с окружающим миром, в политической, и в хозяйственной, и в культурной части. És a szentséggel összekötötte ezt az életet. И все это связано с понятием с Богом, с Божьей помощью. Ezt az országot úgy hívták, hogy a Szent Korona országa. Это государство называлось государство Святой Короны. Szalmisza. Itt vagyunk a főzés kezdetén, hát a klep. Кровяная колбаса будет. Да-да. Véres hurka készül. Ну так, в колбасах. Чего не упаска? Azzal kezdem, hogy egy pár szót mondok magamról, de tényleg csak. Én Budapesten születtem, Magyarország szívében. Kilencen voltunk testvérek, én az ötödik vagyok. És az édesapám virágkertész volt. Konzervatóriumot végeztem, de mégis Budapesten lettem jogtanácsos, majd az Egyesült Államokban, és a mai napig én egy amerikai jogtanácsos vagyok New York államban, amerikai állampolgár is vagyok. Akkor most én is mondok valamit Trianonról. A Trianon legalábbis a magyar történelem, igen, de Európa történelem is az egyik
leggyalázatosabb, legaljasabb nemzetközi bűncselekmény. Я считаю, что вопрос Трианона не только венгерский вопрос, а вопрос всей Европы и мира, и самый отрицательный по своей исторической силе. Tehát a Trianont mi egy gyalázatos bűncselekmény szinonimájaként használjuk. Mi считаем Трианон синонимом bűncselekmény. Kriminál. Kriminál. Miért? Csak egy dolgot említek. Mert ez a gyalázatos diktátum, ez egyedül a magyarokkal szemben nem ismerte a történelmi elvet. Не принимал исторические факты. Nem ismerte el az etnikai elvet. Не принимал этнические факты, факторы. És nem ismerte el az önrendelkezési elvet. И не принимал egy gyalázatos nemzetközi bűncselekmény, ahogy már mondtam. Ez a международный факт нарушения всех правил. Ezt a századik évfordulójára szeretnénk legalábbis erkölcsi vonatkozásban, de ha lehet jogilag is, megdönteni. До столетней годовщины этого договора мы хотели бы его аннулировать. А магярок, ишверире, эшкесы, 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 хоть рабок тулам нам лесы. Рабок, боль, коштанай, гармон, как ты шатай. A Berezovkai hadifogoly tábor területén felállított emlékműnél vagyunk. A fölirat szerint a vörös katonáknak állítottak emléket. Так, товарищи, мы находимся на Нижней Березовке. Alsó Berezovkán vagyunk jelen. Где находился самый крупный в Сибири лагерь значит, военнопленных Первой мировой войны в Сибири. Вот здесь проживало 27500 человек. 7500 проживало в Ильдивинске. И 1000 в Кяхте. Вот тут у меня есть такая плохая фотография строительства лагеря военнопленных перед тем, как здесь были поселены. А мы где сейчас примерно в каком месте? А мы előtt ide telepítették a foglyokat. Itt vagyunk jelen most a szélén, de ide épült a tábor. А, получается, это мы только на въезде, да? Да. Это беяротная водюнь, а табор беяротная. Да, да, да. Вот это въезд, вот это мы въехали сюда только, вот мы стоим здесь на въезде. А вот эти дома, вот это туда дальше. Олег Бутулов, хей, хей, худсоветчик, везетője, magyarázza a tábornak az elhelyezését. Значит, тут вот были венгры, чехи, немцы, австрийцы. Magyarok, csehek, osztrákok és kínaiak. Lengyelek az a 16. Itt volt. Nem voltak, azt mondta. И только magyarok. És csak a magyarok. Значит,
решили поддержать начинающуюся советскую власть. És csak a magyarok döntöttek úgy, hogy támogatni fogják a szovjet hatalmat. Они здесь собрали отряд, ну, примерно 800 человек. Olyan hadsereget állítottak össze, 800 főből állt. Которые приняли участие в боях, начиная от Нижнеудинска. Нижнеудинск-től кездve részt vettek harcokban. И заканчивая Владивосток. És Владивостокon jutottak el. Но самые сильные бои у нас происходили на берегу Байкала. A Bajkától partján voltak a legkeményebb harcok. Станция Посольская. Egy olyan állomásnál, aminek az a neve Посольская. Горная река, получается. Это же Прибайкальский район, да? Да, вы в Прибайкальском районе. Бурятия. Бурятия. Сегодня у нас какое число-то? 22 июля 2017 года. 23-án vagyunk a Hajim folyó partján, és Darima, Petőfi szép unokája, elmondta, úton Barguzin felé, itt pihentünk meg is, piroskát ettünk. Mi jedli piroski? Piroski. Ja, vi nie jedli piroski. Mi jedli piroski? А, вы ели пирожки? Мы ели пирожки, да. А, вкусные, да? Вкусные, очень вкусные, да. Понятно. А здесь дальше внук, который ты, он именуется, я ты уж говорил с вами. Всем привет. Да, да. Мы Чемитов. Да, да. Находимся на реке Хаим. Едем в Баргузинский район. Это вот наша река, одна из многочисленных. Горная чистая река. Да. Тут водится таймень. Габор, габор. Таймень, рыба такая есть. Рыба. Таймень, рыба. Красные рыки. В красной книге, да, она? Ну, очень мощная какие? Рыба. Какие? Вертие, горная. Мясистая такая, здоровая. То есть ее, когда на удочку ловишь... Как называется? Таймень. Таймень. Это halfajta, amit majd megnézünk a szótárban. Когда ее поймаешь, она очень сильная горная рыба, очень сильно дает бой всегда. Вытащить очень нелегко. Очень нелегко вытащить. Да. Очень мускулистая она. Мощная. Быстро плавает. Ну, вкусная. Зато. Az erdő partizánjai most jönnek ki. Kulancstól tisztítják magukat. Hangyától és Kullancstól tisztítják magukat az erdő partizánjai. Ez itt a... Körülbelül 50 kilométerre vagyunk Barguzintól. Ez az autópálya folytatása. Ott Miklós. Идё тебе сюда. Вы в одной школе учились? В школе. В одной школе. Он музыкант, он музыкант. Yes. Да, виолончелист. Но это не его основная... 79. Годов. Да, 79. Да. Как вам красиво. Ну что делать? 79. Forever young. Но молодо. 84. Hány éves vagy, Lajos? 83. Hol? 83. 79. Молодец. 76. Itt vagyunk a Bajkától partján. Először találkozunk a vízzel. We'll be right back.
kis burját barátunk eszi a banánt. Почему? Как тебя зовут? Как? Громко говори. О, ты очень красивый мальчик. 200 метров. Kurumkán területen vagyunk, ez is egy buddhista szentély. Józef, скажи mi, пожалуйста, na mapie ty, скажи, odkąd mi przyjechali, od Barguzina, da? Da, чтобы я потом, da? Мы приехали из Барбузина. Da, он наёт, ты Барбузин был, да. Это хорошо. Может, там лучше, здесь плохо видно. Вот так пойдём, yes. Это корому так не ответит, а? Всего доброго. Ну, скажи, пожалуйста. Мы едем из Баргузина. Баргузин был, я тут, я не. Мы сейчас доехали до Баракхана. Может, и твоем Баракханбан, я не. Потом мы поедем через Курумкан. Курумкан варошон керестюл. Центр района. Да. А потом доезжаем вот до сюда. Да. Здесь делаем поворот. Да. И едем вот сюда. Ugnasai. Ugnasai, ahová most mutat, oda megyünk. Szerű. Köszönöm. Társasága buddhista szertartást, ívós szertartást gyakorolja. Mikor a pálinkás pohárba bar gyűrűs ujjal be kell nyúlni, és a négy égtáj felé spriccelni. Tökéletes vagyok. Megérkeztünk az első fogadásra. Várnak minket a helyi. Спасибо, очень, спасибо, очень, спасибо. Венгер, еще один. Самый старейшина, вот старейшина. Да.
Амырменде кундыта элшит. Аглык фурумхан үтәгәмне күрүҗе йөрегендекне, уның зыркынго халумменде йөргән. Моряд язан шулара, саган иген эдеже күргенеп ди. Алексей Васильевич. О, Алексей Васильевич, вам. Ну, я белый, да? Я белый. Слежу за ясную тебя. Так, так, лежечко, я надо. Так, рвочек есть, да? Элик, 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 элик. Дорогие гости, мы сегодня вас приветствуем на древней земле Баргузинском, на родине праматери Чингисхана Амангола, и также на древней земле ваших предков Хунну. Пусть будет благословенна для вас эта земля. Адва. Пусть будет народ вам благодарен. Спасибо. Уважаемые гости. Thank you.
lábukat. Sápadni a kezemben a lant, egy-egy merészebb hangot ad. Ha a közelgető viharnak megérint hírmondó szele, s dalom, mint elkapott madár, a földről magasba száll vele. A víz csak készülőben van még, és nem szakít le egyebet. Itt ajkamról egy-egy hangos szót, a fákról egy-egy levelet. Hajd majd, ha minden erejével fog dúlni és üvölteni, szívem mélyét forgatja föl, s a fák gyökerestül tépi ki. Petőfi Sándor leszármazottai mindenki, akiket itt látunk. Ők a leszármazottak. Mindenki leszármazott, igen. Ez a gyeti, pravnuki, prapravnuki. Petőfi. Dédunokák, szép unokák. Petra. Petruska. 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 Zvaríti praman. Petruska Petrovát. Igen. Его зовут Петя. Петя. Петя Фи. Петя Фи. Не Петя, а Петр. Петя. Петя Фи. Хорошо. Че, дорогу? Да, да, да. Спасибо. Очень спасибо. Это лесарь. Milyen csodálatos sziklák mellett vagyunk. Itt ezen az úton járhatott Petőfi, hiszen itt vannak környéken azok a falvak, ahol magyar hadifoglyok, szabadságharcos hadifoglyok is, Petőfi is élt, Petőfi Barguzinban, de megfordult itt is, és több szabadságharcos honvéd élte itt le az életét. Viktor imádkozik a legfeljebb. Transzibériai Express vasútvonala, és mellette egy temetőn vagyunk, ahol majdnem 3000 vörös katona is magyar halt meg. Samaradola Gajda, значит, Таборного Гойда хеятеше вот. Он возглавлял весь белочешский корпус, который попал в Сибирь. Фехерчек был алло. В Сибирь. Иген, чапотот, амейк идет в Сибирьяба. Эту стелу взорвали раньше. Эсто стелат, эсто земликмет фели. А вот эти вот. Ферубантуттак ма регебен. А вот эти вот бордюры. Да, а селеи. Они еще стояли на месте, ну, лет так еще 15. Курбе 15 éve még itt láttam őket. Я их даже фотографировал. Я их фенькепестем. А потом по заданию КГБ. По КГБ. Сюда подогнали бульдозер. И дает один. И полностью все Маркуло распихали. Эш, дозеро, эл дозеро. Вот площадку мы еще
найти сможем. Там, de lehet, hogy még valahol lehetne там találni. Были ступеньки, на нее шли. И где-то должны валяться вот обломки этих бордюров с надписями. Feliratokkal. Ну вот, вот кто-то здесь. А, ну это часть этого памятника. Там есть, там есть крест. Itt van a kereszt. Что это такое, Чакаша? Что надо дать на голову? Любимая одежда сибиряков – это шапка. Так. Шапка бывает с ушами и без. О, я ношу. Очень хорошо. Я сибиряк, на охоту хожу, на лыжах. Я ношу с ушами. Виктор и Дюла, két jó barátot hátul. Я здесь домой. Igen. Nagyon, nagyon megbarátkoztak, és igen, a bajkáli burjátok és a alföldi magyarok barátságát szimbolizálják. Da, és Churaskanyi. Мы с ним родные братья. Я гун, он гун, мы оба гуны. Бигуни, да, да, да. Бигуни. Наши гуни. Лайош гун тоже. Товарищи гуни. Нет, товарищи, друзья. Товарищи, Пишта гун тоже. Városi televízióban vagyunk, ahol egy interjúra készülünk. Most péntek van. Most meséljen arról, hogy miért vannak itt, mi a céluk? Hát két okból vagyunk itt. Elsősorban azért, hogy Petőfi Sándor nyomain járva hozzájáruljunk ennek a vitás kérdésnek a lezárásához, hogy Petőfi Sándor itt halt-e meg, vagy sem. Мы здесь по двум причинам. Одна из них, мы пришли исследовать пребывание Шандора Петефи в Сибири и закрыть, наконец, эту тему, которая и споры вокруг нее, которые длятся много лет. Másodszorban pedig azért, hogy erősítsük a baráti kapcsolatokat Oroszországgal és a hun rokon burját népet. Вторая причина, что мы хотим укрепить дружбу между венграми и бурятами. Да, с Оросовцами. И с россиянами, конечно. А вот закрыть вопрос вот об этом конкретно какой-то. Kicsit mesélj arról, hogy mit jelent az, hogy lezárni a Petőfi kérdést. Hát ugye Petőfi Sándornak a születése is vitatott, nagy enigmák, nagy rejtélyek övezik. Magyarországon azt is vitatják, hogy Kiskunfélegyházán, Kiskörösön vagy Szabadszálláson született. Вопрос рождения Петофи вызывает споры. Даже у него на родине в Венгрии не знают точно, где он родился. Три поселения, как возможные варианты насчет его рождения. Вопрос его жизни и смерти – это полно в нем тайн. И пока они не решены. А в итоге а халала аз мегрейтиешем, мерт утояра Шегешвярон. Ami Erdélyben, Transzilvániában van, látták egy csatában, és hát egyesek szerint ott meg is halt, és el is van temetve, de ma már tudjuk, hogy Szibériába került, deportálták, és itt halt meg 7 évvel később. A posztívó smerti тоже полон вопросов, потому что его видели последний раз живым в теперешней Румынии, в Трансильвании, возле города Шегешвар. Но мы знаем уже, что он не умер на поле боя, а его привезли как ссыльного в Сибирь. Он здесь прожил последние годы жизни и здесь умер. Но пока это не доказано. Annak, hogy itt Barguzinban 1989. július 17-én Petőfi Sándor sírját tárták fel, rengeteg bizonyítéka van. 17 июля 1989 года в Баргузине была экспедиция, которая открыла могилу. И нашла там скелет человека, о котором еще пока идут споры.
annak a matematikai valószínűsége, hogy ne őt találták volna meg, kisebb, mint 1 в 12 000 миллиардов. Математическая вероятность того, что там нашли в могиле, что там нашли не Петефи, 1 в 12 000 миллиардов. Короче говоря, это однозначно, что это он, был он. Потому что Петефи Сандор több mint egy költő. Он для нас больше, чем поэт. Úgy, ahogy a küldöttségünk egyik tagja, a Szabad Európa Rádió vezető programszerkesztője Drávik János mondta. Один из членов нашей делегации являлся редактором «Голоса Европы». Он сказал. Петőfi Sándor, a magyarság szíve és a lelke. Петőfi Sándor является для нас нашей душой и нашим сердцем. Nem tartható tovább ez az állapot, hogy 26 éve megtalálták a hamvait, és még mai napig nincs áttemető. Ezt a вопрос нужно решить, потому что 26 лет тянется проблема и споры вокруг его здешнего пребывания. És hát ezt értjük az alatt, hogy újabb és újabb bizonyítékokkal járuljunk hozzá ahhoz, hogy valóban Petőfi Sándor találták meg, és hogy lehessen megadni neki a nemzeti kegyelemet. Мы хотели бы наконец приехали в основном из-за этого, чтобы закрыть наконец эти споры и отдать последнюю дань и честь его памяти, его имени. Van Oroszországban történtek lépések. В России уже сделаны шаги в этом направлении. Az orosz igazságügyi minisztérium hivatalos honlapján. На сайте, на веб-сайте Министерства юстиции России. Két fontos dolog van. Здесь указаны два важных факта. Az egyik az, hogy igenis 1849-ben hoztak ide magyar hadifoglyokat. Первый из них это то, что в 1849 году сюда действительно привозили пленных. Ami eddig ismeretlen volt, a magyar tudományosság nem tud róla. Этот факт до сих пор не упоминался, и венгерская наука об этом факте не знает. A másik pedig, hogy közöttük volt Petőfi Sándor. И второй вопрос, что среди этих пленных был как раз он, как ссыльный Петőfi Sándor. Kemény szél fúj, lándra kap a szikra. Vigyázzatok a házait. Hát, ha mire a nap lehanyatlik, tűzben állunk már tetőtől talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, alszik-e csak a vitézség benned? Vagy apáink halálával elhalt? Illik-e még oldaladra a kard? Magyar nemzet, ha rád kerül a sor, lész-e megint, ami voltál egykor? Oly hatalmas harcos, ki szemével jobban ölt, mint más a fegyverével. A világot védtük hajdanában, a tatár és a török világban. Vajon most, ha eljön a nagy munka, megbírjuk-e védni mi magunkat? Ó, magyarok istene, add el itt, ha a kenyértörés elközelít, hogy az égben uralkodol még te, a magad s néped dicsőségére. Itt vagyunk a sámán központban, itt van a fősámánnak a családja. Очень красивая семья. Если что, здесь сядет рядом, да? Ему свою рубашку дать? А, вот. Знаешь, рубашку. А, вот, дайте. Не, вот на, мою одевай. Не будем малый. Да. Одевай. Не, нормально, почему? Мою одевай. Чего на тебе малой-то будет? А мы это... Вот так. А? Не, он подходит. Я все равно, если увидит, он нас снимет, надо сядет. А, рубашку надо вам. А, нет рубашки, видишь? А, рубашку оденьте, рубашку оденьте.
Да, 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 один, один. Так, а я как снимать буду? Я рубашку ему отдал. Вы отойдете, когда она сядет, сядете там. А когда сяду, потом подойду. Если он хочет, чтобы его, их, да. его людей... Если он скажет, я, вы узнаете, что я, и увозите, там, делаете свои дела, а про остальных забудете. Видимо, он тоже хочет, чтобы его друзья, кто там были, чтобы они ушли с ним наверх, наверх. Золободрах. Там не один тут такой свечку надо поджигать, а много. Получается, те, которые якобы там... Да, в нашей истории было шаманизмус, мы их называли татоши. Потом пришло крестьянство, католичество, каждого убили, а было заказано. Ну, здесь тоже самое было. Как у вас было. Также я о том не знаю, потому что несколько сто лет мы уже живем в христианстве, а шаманов треба забить, убить. Теперь уже возможно, я о том не знаю, что мои предки это делали или нет. В Баргузине сделать жертвоприношение духу земли. Чем-то. Да-да. И попросить, чтобы они отдали его душу. Туда вознес под землю. Кто-то будет уделать? Шаман? Да. Шаман? Он. И вот он любой за жертвоприношение дух земли отдаст его душу. И сама душа улетит. Он вознесется в небеса, когда он переродится или что там. И потом он все скажет. А потом уже у вас дела начнутся, и все начнет подтверждаться. Он начнет открываться. А сейчас он не открывается, там тьма. Átlépünk Mongóliába, a csapat átlépi a mongol határt. Tehát egy hatalmas vásártér volt, ahová behozták az árut, és itt a fedett részben pedig akár ki is állították, és árulták. Igen, most nincs. Egy emlékhelynél álltunk meg. Стоянка ГСР. Ну, а Бога СР считается. Как называется это? Бога СР. ГСР, а ГСР это наш национальный герой. Хун, Эмзати Хёш. Да. Эмликира. ГСР его звали. ГСР? ГСР, да. Это был он? Да. Он. Это генерал. Ага. Генерал Гунский. ГСР, ГСР. Ну, генерал Хунский. Которому веку? Это, ну, где-то железный век, это вот как раз походы в Китай были. Походы в Китай. Igen, még a régi időkben, amikor Kína felé húzott a
a hun sereg. És mondatok, mit teszek akkor a világnak sarkai? Földindulástól mennydörgésül, nőből meg fognak ingani. Ha összevesz, mint négy vadállat, és puszik, mint a négyen. S én térve vártok, landomat majd, véres kezekkel vengetem. Ja. Mai szertartáson három sámán fog részt venni, és a nyírfák száma határozza meg a szertartások színvonalát. Mint látjuk, étkeket készítettek ki a hősöknek, sőt még pénzt is, hogy lássák, hogy milyen becsben tartják őket az utódok, sőt még egy kis bárány halat is van, amit ma öltök le. Где можем остановиться? Нужно шайнаюку, я магар тудоманюшак. Студенческая наука до сегодняшнего дня не закрыла вопрос по петефи. Ugye tegnap is mondtam, mi nem az első magyar küldöttség vagyunk itt. Как я говорил уже вчера, мы не есть первая венгерская делегация здесь. Amióta Petőfi Sándor hamvait megtalálták. С тех пор, как нашли прах Петефи. Hanem, de reméljük, hogy az utolsó vagyunk. Мы надеемся, что мы являемся последними из тех. Addig, ameddig ez hivatalosan is el nem is. Которые приехали сюда до того, как признало это венгерское правительство, что здесь было. Nagyon szépen köszönjük Barguzin városának. Спасибо городу Баргузину. Könyvtárnak és múzeumnak, úgy szintén egy ápolják. Спасибо этому музею, который заботится о памяти Петефи. A magyar kapcsolatokat úgy szintén. И налаживает контакты. És azon leszünk, hogy a Magyar Tudományos Akadémiát. Мы работаем над тем, чтобы Венгерская академия наук. Egy éven belül. На протяжении одного года. Meggyőzzük. Была убеждена в том, что здесь был действительно Петефи Сандор. Мы tudjuk már, hogy 1911-ben is, ugye jól mondom, Sanyi?
1911-ben Barátos Lénárd Lajos. Mi már tudjuk, hogy 1911-ben már itt megtalálta Petőfi. Barátos Lénárd már nasol itt prav Petőfi. De azt sem ismerték el. No, ezt tudjuk, nem priznali. Hát ez tarthatatlan állapot, hogy a legnagyobb magyar költő. Ez nem lehet tak продолжаться дальше. Csontjai 27 évben valahol egy börönben a nagyvilágban kovájuk. Tehát azért jöttünk, hogy önök segítségével pontot tegyünk el. Szállít tocsú a te sztori. A Magyarok Világszövetsége a magyar, nem a magyar államot képviseli, hanem a magyar nemzetet képviseli. Не венгерскую власть представляет, а представляет венгерский народ. Szolmas pikatova tűnő nyomaidra rátaláltam, arra jártam. Szarvas pikat tova tűnő, hóba nyomat nyomaidat, szél szétfutta. Rejtekeden rejtekezel, szarvas pika téged kelet célba vennem. Rejtekeden rejtekezel, szarvas pika téged kelet célba vennem. Vagy magamat te helyetted kicsalódott, ki elveszett, kit a népem megcsalatott, mérétől elárultatott. Nyomaiddal találkozom, nyomaidba iramodom. Szarvas pika, elsuhansz, e farkasoktól elfutsz. Мои предки, бабушка моя, рассказывала, что они догадывались, они говорили, что бабушка говорила, что это поляк, ну такой вот догадки. Ну, из далекого запада. Но такие просто догадки были. Совершенно неграмотные буряты. Удивительным образом запомнили такое странное имя. Это было диковинное имя в той глуши, в Насе, где мы были. Но 170 лет тому назад. Это было... Там действительно было, не было ни русских, никого не было. И запомнили имя Петр. Это как пароль. Вот здесь вот встречается. Это, видимо, те, кто на русско-японской войне оставался. Потом, когда в 15-м году были взяты в плен много европейцев, их расселили в крупных городах по Транссибу. A transzibériai vonalon telepítették őket ki, vagy szét. Szia! Ott v našoj Buriati самый большой лагерь был на Березовке. Ez volt a legnagyobb tábor Buriatországban. 27.500 человек. В самом Верхнеудинске было 7.500 человек. Верхнеудинсбо 7.500 ember volt. Там тоже есть красный казармы. Ott is vannak hasonló vörös kaszárnyák. Здесь были размещены. Tehát mások nem voltak itt, de 1000 ember, tehát 1000 magyar biztos, hogy itt. Вот в этих домах, да? Да. Красных казармы. Красные казармы. Ну, потом смотрим. Az amely piros, tehát a piros épületekről beszélünk. De itt nem lehet látni előtte. Их много. Все это, да. Много-много. Это что, достойные были позже? Да, это... Здесь были тоже, я думаю. Ezek már csak később. Тут белые казармы были, вон. Тут красные. Да, там. Конечно, их много. Полно. Mikor Mongólia oldaláról jöttek már a fehér kínaiak, meg de a kitájcék tőzsak? Szimeonovci. A fehér. Tehát a fehér hadsereg jött, igen. Из Березовского лагеря сюда было отправлено несколько отрядов Форбата.
Berezovkáról ide ki voltak telepítve a forvat. Ide voltak vezényelve. Ide voltak vezényelve. Lévi Gyöngyösa. A Gyöngyösi. Kisa. Kis. Müller. Müller vezetésével. Они тоже эти позиции укрепили. Ők megerősítették ezeket. Ah. Хорошо. Magyar világkongresszusának arra nyerve. Nem rúcsál ki Vanyenka. На Всемирном конгрессе мы решили, я благодарю вас за работу, за то, что вы так близко к сердцу принимаете его судьбу. Я надеюсь, что на протяжении года эта история закончится. Мы из-за этого приехали сюда. Я буду медаль, конечно, наш музей, чтобы она хранилась здесь. И я думаю, что венгерские гости еще не раз нас посетят. Венгры приезжают каждый год. Поодиночке, вдвоем, с семьей приезжают обязательно. Недавно, буквально на той неделе, были французы, которые тоже все знают о Петрихе и искали на кладбище его захоронения. То есть интересуется, вся Европа знает о Петрихе. Кроме нашей Бурятии. Кроме властей в нашей Бурятии. Что, конечно, да. Я только слышал, что в Бурятии уже нашлось потомков. Én Bulutó vagyok, Zoli, Zoli. A Hun alapítvány vezetője. Именно по официальному приглашению нашего фонда Куйского прибыла сюда делегация, да. Мы мекивашункро йот иде о магьор кюльдочи. В связи с тем, что нужно было готовить очень большой пакет документов. Да, бивер, но он шок. И чтобы наша делегация приехала не как туристы. Ezért a küldöttség nem turista küldöttség. Российское правительство понимает абсолютно, что территория Бурятии является прародиной. Érti, hogy a Burját föld a magyarok ős hazája. И поэтому венгерская делегация сюда приехала как на свою прародину. És ezért a magyar küldöttség az ős hazájában van most. И то, что вы беспокоитесь, то, что вы храните здесь, вы несете в себе миссию. Ezért önök, akik őrzik az emlékeket, того, чтобы egy olyan missziót vettek magukra, многие венгры наконец узнали, где их находится прародина. Hogy a sok magyar végre tudja meg, hogy honnan ered. И в том числе те венгры, és azok a magyarok, a hungárok, которые отдали свою жизнь, akik meghaltak, за того, чтобы мы здесь жили с вами, azért, hogy itt lakhassunk és találkozhassunk. В том числе Сандор Петрович. Többek között Petőfi Sándor. Который похоронен здесь был. Aki itt volt eltemetve. Он вернулся именно на свою прародину. Ő visszatért a hazájába. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами живые люди. Én azt szeretném, hogy mi élő emberek. Сделали все, чтобы. Tegyünk meg mindent. Именно наши народы. Hogy a mi népeink. Относились друг к другу как родным братьям. Viszonyuljanak testvériesen egymáshoz. Вот это все наша миссия. Ez a mi missziónk. Ez a mi feladatunk. Спасибо. Vasárnap reggel, miután ki kellett költöznünk a szállodából, gyönyörű, tiszta, európai város. Itt van a csapatunk. Még frissek, mint minden reggel. Ott jönnek az eltévedt emberek. Ott van János, barátunk pihen. Ott a háttérben az az emlékmű, amelynek a magyar szöveggel való ellátását kéri tőlünk a lesz. Szovjet időben Lenin nevét viselte ez az utca. És ilyet a nazványa szakranyzik. És a mai napig is ez a neve. Lenin utca. Lenin utcán vagyunk, igen. Ott van a tábla. Ott állom a sarkon. Ott a tábla az Etno Café alatt. Milyen tábla van ott? Lenin utca, ez a neve.
jöttek a szellemek, és azt kérdezték a sámántól, hogy vizsgálják meg, hogy nincsenek itt ellenségek. Mert az ellenségek... Az ellenségek zavarják a szertartást. Igen, hogy zavarják. Ну и как бы я считаю, что мы молодые, да, стараемся, ну нам 40 всего лет как бы. А раньше же были шаманы же постарше. És az korábban itt sokkal idősebbek voltak a sámánok. Mi most kezdjük visszaállítani a kapcsolatunkat az őseinkkel. Mert мы még фиатальных самих. Это очень сложно. А вы могли бы, вот это лично мой вопрос, описать ощущения свои во время транса? Azt kérdeztem tőle, most az én kérdésem, hogy le tudná írni a saját érzéseit, amikor transzban van, mit érez? Каждый раз бывает новое ощущение, но в основном ощущение такое, что ты будто бы вот у меня лично я как будто возвышаюсь, да? Azt mondja, olyan érzése van, hogy emelkedik, felemelkedik, és olyan félsötétben van. Olyan, mintha félig ájult állapotban lenne. No, я не скажу, что прямо такое... Но приятное или неприятное ощущение? Приятно бывает после. Azt mondja, nem tudná azt mondani, hogy ez egy kellemes állapot, inkább utána kellemes. Там как будто силы, прилив сил. Utána azt érzi mindig, hogy erősebb, hogy именно, több erő van именно benne. Именно вот это вот как бы мне больше нравится. А когда зовешь, когда при трансовое состояние, мне кажется, amikor a транс előtti állapotban van, я не слышал ни одного шамана, что это... что это очень хорошо. Egyik sámán sem mondta még neki, это не совсем. Hogy egyik sámán sem mondta neki, hogy ez kellemes. Но болезненных нет ощущений головокружения, рвота там чего-то такого. Вот иногда бывает и рвота, и головокружение, и вот это стеснение грудной клетки, Ханингер, вот сив, бантомок. Azt mondja, igen, előfordul. И особенно давление, давка. A vérnyomás ingadozása. Это когда клетки с большим телом, богатыри, когда спускается маленькое тело, бывает ощущение неприятное. Они не могут влезть, бывает и такое. Akkor nagyon kellemetlen. А вы не боитесь того, что это повлияет на ваше здоровье в целом? В целом, да, влияет. Igen, az egészségre, negatívnom pláne vliájt. Ну, как? Изнашивается как-то нервная система. Да. Tehát a negatív hatással van az idegrendszerre, úgyhogy tudnak róla, hogy ez káros hatással van az egészségre. Ну, вот видите как, человек должен все равно здоровый сон, в первую очередь, да. Сегодня обряд, а мы вчера вообще никто из нас не мог уснуть нормально. Hogy tud az ember aludni? Ő azt mondja, amikor transzban van, akkor nem tud elaludni. Один час сутки. Это непонятное состояние, когда ты вот то ли в волнении, то ли напряжении. Egy órát alszik általában, nem tud kikapcsolni. Можешь и не спать, можешь и не есть, вообще не кушать. És nem kívánja az ennivalót. А вот состояние такое вот непонятно, вот мы сами вообще даже не... Но вы бы хотели, чтобы ваш ребенок был шаманом? Нет. Azt kérdeztem, hogy szeretné, hogy az ő gyereke шаман legyen, az volt a válasz, hogy nem. Я 4 года хотела отойти, но не получилось. Я 4 года оба карта хадни, да не тудя и оба хадни, там лежит. Ну, если честно, вот так вот, да. Я отвечаю, что ни один шаман не скажет, что это хорошо. Egyik шаман se akarná, hogy az ő gyereke ezt csinálja. Mert, ну, это особого рода, говорят, карма, особого рода, говорят, вечный. Да, это что же, ugye, карма. Нужно уметь быть шаманом, вынести все это очень сложно, это очень тяжело. Ну, вы как психологи в большом плане, или психиатры даже. К вам люди приходят с проблемами, с болезнями, со всем. Это все на вас как бы выливается. Их... В основном, наверное, да. Основном, ugye olyanok, mint a pszichológusok, vagy a pszichiátrek, mert az ember, aki boldog, az nem nagyon jön ide, az jön ide, aki boldogtalan, hogy problémája. Mindenki másképp éli meg. No, я считаю мужчинам проще. Férfiaknak egyszerű. Особенно кузнецам. А что значит кузнецы? Кузнецы – это вот 77 тенгрим, они молятся. У них атрибутика вся металлическая, кузнецы, железо. Olyanok, akik 77 imát mondanak el, és minden felszerelésük vasból van. Nem kovácsok a kuznyecok? Hát a kuznyec, és én mit mondtam? Hát hogy kuznyecok, de nem azt jelenti, hogy kovácsmesterséggel foglalkoznak? Ennyi, значит, kuznyeci po profesii?
Но, ну, практически, они, да. Они рождаются кузнецами, это в крови. Ковачос сокмаю. Ковачос сокмаю. Они как ювелиры себя проявляют. Воде, кисетик, хоть им казак это... Сарсамокот? Нем, а... Эксарес. У меня отец был ювелиром, Дархан. И дешапам эксарес. Ну, потом ее сделали, ну, где-то 7 километров. Там есть село Зарубино. Körülbelül 7 километров arra van egy falu, az a neve Zarubina. Там имелась переправа. És ott volt egy átkelő hely, ami a folyón keresztül átvezetett. И вот часть... Рейв, igen. Часть, знаете, красных полков успели туда уйти. A vörösök egyik része sikeresen átkelt a folyón. А мадьяры защищали их отступление. És a magyarok megvédték őket. Но и... Не сумели, то есть часть полков ушли. Это катонак egyik része, tehát sikeresen átkelt és elment, és a megmaradtak. Под руководством Нестора Каландаришвили. Это грузин? Да. Tehát egy bizonyos Каландаришвили vezette ezt a sikeresen átlépett csapatot. А мадьяров взяли в плен. És a magyarok, akik a hátuknál voltak, azokat meg fogságba ejtették. Часть погибла во время там на переправе. Az egyik része meghalt a révnél. Некоторых перевели сюда, расстреляли здесь. Többieket meg elhozták ide, és вместе с helyben kivégezték. Вместе с членами Санкт-Петербургского совета всего. Együtt a helyi hatalommal, akik akkoriban ugye. Szovjet hatalommal. A szovjet hatalommal. A nép nem tud forradalmat csinálni, mert nincs pénze. Akiknek van pénzük, azok csinálnak forradalmat. Aztán manipulálják a népet. Úgyhogy most például utólag sír a szívem, amit láttam, hogy azok a magyarok, akik 1918-ban, meg 19-ben meg tudták védeni, nem tudták oda mondani a magyar település. A saját hazánkban itt haltak meg értelmek a és fehérek és vörösök. Mind a kettőt a New York-i zsidó bankárok finanszírozták. Ez nem valami duma, bizonyított tény. Tehát ilyen, hogy forradalom, az sem biznisz. Egy mocskos biznisz. Ez a véleményem. Köszönöm. Akkor jó. Tudját, persze, hát ez nem. Idő most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés válaszatok. Magyarok, Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, akik szabadon éltek, haltak, szólt a földben, nem nyughatnak. A magyarok Istenére esküszünk, hogy a rabok tovább nem leszünk. Se honnai, mi tank ember, ki most, ha kell halni, nem mer. Kiderül drágább rossz élete, és a haza becsülete. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál akart, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a szó?
századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjai domborulnak, unokáink leborulnak, és áldói imádság mellett mondják el szent neveinket. Éppen a búcsúzás pillanatai vannak. Папа, вот нынечки ты, Виктор. Еще один бурят еще хибует. Виктор хибует. Остается. Виктор нет. Быстрее. Виктор заставает, Виктор. Застрял. До свидания. Заходите обратно. Вас оставляют чебанить. До свидания. Чабанить доставляем. Я на год остаюсь. Мы решили вас хорошие твои еды или хорошие чабаны. Мы не захотели здесь оставаться. Так у меня в городе дела. Я не доделал свои дела. Еды были лучше чабаны Липутского района. А дядя был первый чабан Липутской области. Эрте! Хозяйка гостиницы звонила. Вы где? Мы вас ждем, баню.